24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Самарское губернское телевидение. С нами встречают утро. С добрым утром, губерния! И подводят итоги дня. В эфире новости губернии. Новости, аналитика, культура, спортивные и развлекательные вещания, просветительские и документальные проекты. Более 60 программ собственного производства. Художественные фильмы и популярные телесериалы. 80% отечественного контента. В каждый район, город и поселок. В каждый дом. Честно, прямо, оперативно. В эфире, кабельных сетях и онлайн. В эфире программа «О чем говорят». О чем говорят? О Самарской области, для Самарской области, из любой точки Самарской области. Нас могут смотреть в 889 населенных пунктах, более 3 миллионов зрителей. Эксклюзивное интервью, прямые трансляции для российских и европейских телеканалов. Передвижная телевизионная станция оснащена всем необходимым оборудованием и позволяет жителям области стать свидетелями самых ярких событий в жизни региона и страны. Картинка в формате Full HD. Ради наших зрителей мы научились даже летать. Передаем привет во Вселенную! Самара! Космос 55! Две функциональные студии. Основная. Отсюда выходят в эфир информационные программы и павильон-трансформер для ток-шоу и спецпроектов. Командировки по всей стране и репортажи из горячих точек. Чечня, Дагестан, юго-восток Украины. Поселок Центральный оказался на линии огня. С сентября и до 18 февраля, то есть до взятия Дебальцево. Съемки в экстремальных условиях и победы на всероссийских и международных конкурсах. Мы говорим на разные темы. Доступно и понятно для всех. Хао Махагас, здравствуйте. С вами программа «Дом дружбы». О том, чем живет губерния. Ребята, поем акапелла. Голос! О главных событиях и ключевых решениях. Пока точки надо расставлены только в этих темах. О политике. И поговорим о делах партийных. О прошлом и настоящем. Просто космос. Мы серьезные и неформальные. Наверное, в этом и есть суть дела. Мы Самарское губернское телевидение. Телеканал, который смотрит вся губерния. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.